Итак, сегодня мы вам покажем Бибопа кролика и вот начнем он. С его способностей. Смотри. Опа, опа, да ладно. 4800 подлечился. Да, прикинь. Ребята, это просто мега круто. Ну-ка, что у нас, Кренги, вылезай давай. Иди сюда, малыш. Эй, пришел к тебе розовый, розовый Бибоп кролик. Розовый крольчонок наш. Ну что же, морковочка. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и у нас обновление в Черепашках-Ниндзя Легенды. Ребята, команда Детол, обновление черепашек, новые герои, ура! Итак, сегодня мы вам покажем Бибопа кролика и вот начнем с его способностей. Да, ребята, вот он наш Бибоп кролик. Ну что ж, первая его способность, кстати говоря, хвостик пупочкой. Да, вторая способность — разболтанный крючок. Вот такое название. Ах да, сластена. Третья способность, четвертая пассивка — розовый кролик. И последний завершающий — коварная морковь. Сейчас все подробненько мы изучим и, конечно же, в бою против всех наших противников, боссов. Конечно, ребята, сейчас полностью испытаем. Кстати говоря, ребятки, если хотите таких же персонажей, как у нас, новых, из нового обновления, кучу ресурсов, всего-всего-всего по игре, пишите нашему подписчику, ссылочка будет в описании к этому видео, уточняйте у него условия, и он вам обязательно поможет. Понеслась. Итак, у нас наш розовый кролик. Ха-ха, заяц наш. И первая способность — хвостик пупочкой. Бибоп наносит удар своим милым пушистым хвостиком. Вероятность 50% получить 100% от нанесенного урона в виде здоровья. Ничего. Понял? Ничего себе! Вот это да, ребята! Ну-ка! С приколом Бибоп у нас, ребята. Так, разболтанный крючок. Бибоп стреляет из бракованного водяного пистолета. Вероятность 75% вызвать оглушение на один ход. Да уж ты что! А, такой же, как у Рокстеди? Но не массовая. Но не массовая, да. Слушай, интересно, массовая у нас здесь есть? А вот это вопрос. Итак, вот здесь какая-то сластена. Бибоп обжирается шоколадом, исцеляет союзников на 50% от максимального здоровья. Ладно? И вероятность 50% снять негативные эффекты. Ничего своих. Слушай, себе. Прикольно. Я круто. Думаю, мы ее попробуем, но уже, ну, да, когда у нее будет здоровье хотя бы немножко. Конечно, меньше. Конечно. То есть это хил. Да. Так, и последняя способность — коварная морковь. Бибоп стреляет гигантской морковью, которая сама толкает его вперед. Увеличивает силу атаки на 20%. Но это мы попробуем на боссе, а сейчас обычная атака. Кстати, интересно, может, она массовая? Слушай, вряд ли 200, ну хотя может быть и массовая, ну посмотрим, посмотрим, ребятки. И пассивку сейчас еще расскажем, про нее еще ничего не сказали, но это же тоже интересно. Конечно, конечно, ребятки, вот наш первый подопытный кролик. И мы, конечно же, его сейчас с первого раза этой мощной атакой морковочкой одолеем. Я надеюсь, 8 тысяч как минимум. Смотри. Опа! Жестко. 8400, прям как у Рокстеди, ты смотри. Да, Бибоп красавчик получается у нас. Тоже танцует, как боксер, да, такой? Да, действительно, такие разножечки делает. Да-да-да-да-да. И это очень-очень эффектно выглядит. Слушай, ну массовой, походу, у него нету. Походу, последняя чисто такая, потому что он сам как-то летит точечно, да? И... Думаешь? Да, если бы он стрелял из нее, возможно, была бы массовая. Мы сейчас попробуем прям на первой волне, чтобы есть что, восстановилась она. И как раз... Давай-давай пробовать. Ну-ка. Морковка, ну давай, была бы массовая, пожалуйста. Нет. Нет, ух, ничего себе, 9300 нанес, ребята, вот это дамаг. Но зато мы теперь знаем, что у него нет массовых атак, есть обычные атаки, и, в принципе, они тоже все прикольные. Конечно, конечно, ребятки. Опа, неплохо, неплохо. Очень... Каждая способность по-своему очень хороша. Про пассивку забыли сказать. Ну, да, сейчас расскажем. Заигрались. Розовый кролик, пассивка. Бибоп обожает свой новый наряд и дает, и не дает никому испортить себе жизнь. В начале хода может с вероятностью 30% получить свойство иммунитет, кстати говоря, что и происходит. Да, вот он наш иммунитет от дебафов, ребята. Да, а я все время думал, что у него постоянно загорается, что за способность, вроде мы такого не прочитали еще. Слушай, так озвучивается удар хорошо прям. Мощно, да, так смотри? Да. Ну-ка.
Да, слышно, конечно, все это дело. Это прям как у здоровяков вот этих вот, помнишь, йети, которые... Йети, которые из своей пятой точки стреляют по нам оружием. Ну-ка, что у нас, Кренги, вылезай давай. Иди сюда, малыш. Эй, пришел к тебе розовый бибоп, кролик. Розовый крольчонок наш. Ну что же, морковочка. 8-4. Слушай, стабильно, Рокстеди. Слушай, два Рокстеди даже... А, подожди, как три? У нас же четыре. Четыре Рокстеди и четыре бибопа. А, нет. Я перепутал. Ребята, перепутал. Слушай, я не обращайте внимания, это в мечтах в наших, что наконец-то выйдет. Классические же должны появиться. Конечно, я думаю, появится в ближайшее время. Нет, конечно, три, ребята, конечно, три. Скоро сыграем тремя бибопами, тремя Рокстеди против всех боссов. Это будет эпический бой. Итак, понеслась. Массовых атак нет, поэтому, в принципе, без разницы, кого бить и какой атакой. У нас сильные, мощные атаки, это хорошо. Можно даже достаточно и первая атака спокойненько. Конечно. Бам! Бам! И хвостик свой. Да, сопровождается определенным звуком. После вкусия остается. Это точно, ребятки, точно! Он метит территорию просто немножко. Ну да. Да нет, может, он просто покушал хорошо, а сейчас ему так тяжко. Так тяжко дамажить. И постоянно облегчается, да? Да. Ну видишь, он не всегда так делает. Не всегда? Нет. То есть ты хочешь сказать, сейчас не было. Мне кажется, мы с тобой просто говорили и не услышали. Да. Вот так, ну-ка. Да, есть. Есть? Конечно. Но анимация должна быть всегда стандартная, поэтому навряд ли он бы не делал этого. Да, ребятки, да, есть, конечно, такой у нас эффект. Слушай, ну, Шреддер сейчас получит по заслугам. Конечно, получит. Конечно, контратака не удастся его, потому что просто ее нет. Да, ее нету. Но, тем не менее. Скорость атаки у нашего бибопа побольше, чем Рокстеди, потому что мы сейчас атакуем первыми. Это так. Ба-бам! Опа, выстреливает наша ракетница. И 8300, ребята. Шреддер повержен, а бибоп ликует. Реально танцует. Слушай, прикольно, у него тоже такой танец. Да. Очень интересный даже. Что же, мы отправляемся к грибочку, тем не менее. Да, ребятки, погнали в лесочек по грибочке. Наведем там шороху, а? Вся лесная братва соберется посмотреть на это деяние. Да, ребятки, вот они наши радужные. Сейчас будут первые мотыльки и... Ах, мотыльки и грибочки. Да, ребят. Конечно, это будет долгий такой бой, потому что нам нужно по одному каждого выносить. Да ладно тебе, разнесем в пух и прах. Что ж тут долгого-то? Бам-бам, раз, минус один. Ну-ка. Атакуют, ты смотри, а. А что им еще остается делать? А у нас дебафов нет? Да, кстати, вот это большой плюс очень, что очень. На него нельзя никак подействовать. Да, ребятки, это очень-очень хороший плюс. Можно понавешать бафов. А дебафов не будет. Хоу. Мне, кстати, очень интересно посмотреть, что как он хил, вот эта вот анимация, да, способности. Да, я думаю, в следующей главе нам понадобится она. Конечно. Слушай, а он, может, он только у союзников увеличивает, а? Кого? Это будет засада. Хил. Не-не-не-не, ты что? Ну так не может быть, это несерьезно. Несерьезно, ребятки, несерьезно, конечно. Будем надеяться, что хил он тоже применяет на себя. Ух, будем надеяться. Смотри, у грибочков прям скорость атаки очень быстрая. Да, очень быстрая. Еще смотри, атаку и защиту все повысили. Но, ребята, это им никак не помочь. А вот уклонение может помочь, кстати. Да, уклонение, кстати говоря, вот это единственное, что им может помочь в этом бою, потому что мы их нещадно будем уничтожать. Бам! Так. Еще дамага. И теперь, походу, фиолетового нужно будет бить. А, вот хотя у синенького тоже нету больше. Да, спадает уклонение, ребята. А как они хотели, а? Бах, и осталось двое. Только двое осталось. Сейчас мы их тоже быстренько на изи разъяснем. Разнесем. Разлеснем. Мы же в лесу. Разлеснуем прям. Да, вот так вот, ребятки. Опа, еще минус один. И пошли к самому главному одноглазому бандиту нашему. Вот этому вот здоровому, а. Наш большой гриб. Хотя, большой, слушай, огромный гриб. У него глаз-то сверху, вон, хоть обсчитайся, да, штук 20, наверное. Да, действительно, он такой многоглазый, вроде одноглазый, но в то же время многоглазый. Да, ребятки, ну что ж, бибоп, заряжай свою ракетницу. Морковочка. Да, морковную. 8100. Да, неизменчив. Бибоп к атаке, хорошо, 8000 стабильно держит. Это он молодец, конечно. Так, и теперь мы можем отправиться
уже к двум братьям-големам. Да, ребята, два брата-голема. Слушай, я вот сейчас немножко прикинул уже на будущее. Будет три Бибопа, и у одного из них будет хил. Ты представляешь, какая мощь это будет, а? Согласен, это прям очень мощно. Хотя, если честно, Бибоп из мультика, но он не такой сильный. Ну, как сказать, он здоровый, конечно, здоровый. Нет. А, Бибоп тоненький, да. Тоненький, худенький, щупленький, да. Такой. Из мультика. Посмотрим, ребятки. Ой, как хорошо. Как радует Бибоп. Классовое, да, вот это вот? Преимущество было. Ну, с иммунитет у нас. Смотри, а они как-то из одного племени, да, после вкусия. Да, да. А это друзья его. Друзья Бибопа, да. Слушай, они реально похожи. Это просто немножко замаскированные. В костюм другой одели. Да, другой костюм одели. И вместо головы поставили Крэнка. Вот и все. Это точно. Раз, и последнего. Опа! А мы ему ответочку. Наша попа больше. Опа! Хорошо, ребятки. Ну что ж, мы подходим к самому решающему моменту. Сейчас у нас такая нелегкая волна. И дальше два босса, которые решают исход. Ну, на самом деле, достаточно легко он с одного удара их всех выносит. Да. Не каждый, могу заметить, да, из героев способен. Даже черепашки. Даже, да, черепашки, да. Это точно, ребятки, это точно. Команда Detol подтверждает это. Бабах! Супер! Отлично, даже красного вынесли, а? Скорость атаки повышена у противника. Но я думаю, Сыгрим, он же еще может похищать здоровье. Да, точно. У него, слушай, же было меньше здоровья, смотри, сейчас полное. Оу, ребята, это круто. Конечно, круто. То есть он может... Истощение, да, получается? Да, он может высасывать. То есть обычная атака. Мы сейчас атакуем, и он бам. И вот, видишь, на 3000 подлечился. На 3 подлечился? На 3 подлечился. Да ладно, да? Тебе. Реально? Вот, смотри внимательно, внизу сейчас будет. А, сейчас у него просто здоровье было на максимум, по всей видимости. А-а-а. Давай все-таки посмотрим анимашку, потому что мы еще не смотрели. А вдруг понадобилось нам? Смотри. Опа, опа, да ладно. 4800 подлечился. Да, прикинь. Ребята, это просто мега круто. Это мега. 50% от его запаса здоровья. То есть здоровья. У него десятка, по идее. Ну, практически, тысяч. Да, получается. О, ребята, это круто. Слушай, зря мы хил сейчас использовали. Вдруг там с големами будет. Нормально, все четко продумано. Смотри, 2000 подлечил, видел? Да ладно. Да. Ничего себе, ребята, под конец прям видосика. Еще 2000. Вот это да, это просто монстр какой-то. Это имба получается практически. Конечно. А потом пофиксят, как обычно. Да, 100%. Ах, эти разрабы. Ну что ж, ребята, супер решающий бой. Два голема из разных измерений. И наш кролик розовый на ринге. И кто кого, ребята, пишите в комментариях. Воу. И, ну давайте, братья, поворачивайтесь к нам лицом, к лесу задом. Опа, получаем и промахиваются, так ему и надо. Это супер. На-ка. Ой, слушай, нам бы первую способность, возможно, нужно использовать. Да но... ладно, сейчас давай из ракетницы морковной-то надамажим им, а? Повышенный урон у нас и... Бах! Пока, големчик, пока. Ну-ка. На изи минус один. Бам-бам-бам-бам, мимо, ты смотри, это даже ни разу не попал. И давай. Смотри, сейчас полное здоровье себе восстановим. Да ладно. Оп, 3300. Ребята, это ж вообще круть. Это круть, мега круто. Определенно. И хил восстановился уже. Офигеть, вот это, ребята, вот это Бибоп. Ой, молодец, ай, кролик-то с помпончиком, а? Да, вот это Бибоп. Неожиданно, ребята, неожиданно. Команда Detol в шоке. Мы ждем от вас много лайков, потому что это супер обновление, супер черепашки. Подписывайтесь на канал. Спасибо, что вы с нами. До скорых встреч в новых видео. Всем спасибо, ребята. Пока. Пока.